Ребят, всем привет, и в этом видео я хотел бы с вами обсудить последнее событие игровой индустрии, которое, как обычно, касается наших любимых консолей. Да, если вы вдруг не в курсе, в последнее время Xbox и PlayStation начали очень жестко укреплять свои позиции на будущее и начинают покупать тельные студии, о которых мы сегодня и поговорим, ну а также затронем мнение фанатов. Но перед началом я хочу вам рассказать о хорошей новости, стало известно, что Halo Infinite и Forza Horizon 5 в этом году получат русскую озвучку. И это не может не радовать, поскольку движение с хэштегом Xbox создало свои плоды. Парни красавы, по сути, хотя бы чутка, но отвоевали свое. И самое главное в этом, чтобы это продолжилось в положительном ключе. В общем, если рад этому событию, то не стесняйся прожимать лайкусик, подписываться на канал, и если вдруг еще не пользовался кинопоиском, лови промокодик на 60 бесплатных дней подписки. Для новых аккаунтов, конечно. Там куча фильмов, сериалов, аниме даже есть, но также ты получишь полный доступ к Яндекс музыки и к скидкам с сервисом Яндекс. Если что, ссылку на активацию ты найдешь, как всегда, в закрепленном комментарии под видео. И давайте начнем. Начну с того, что вы, скорее всего, помните недавнюю новость о том, что Майки после беседки сделали супер-мега дорогую покупку в виде Activision Blizzard. И тем самым они захапали под свое крыло серию колды. Но не прошло и месяца, как PlayStation объявляет о том, что они приобретают студию Банжи. Если вы вдруг слышите про них впервые, то чтобы понять, кто они, хочу напомнить, что эти ребята нам подарили первую части Halo до Halo Reach, ну, когда работали с Microsoft, и создали до сих пор живущую Destiny 2. Исходя из этой новости, у всех, конечно же, Пришло в голову одно эксклюзивы. Мол, вау, теперь их будет еще больше на PlayStation, но исходя из подробностей сделки, которые появились в сети, это немного не так. Стало известно, что Банжи останется независимой дочерней компанией. Стоимость Банжи по слоям составляет почти 3,5 миллиарда. Студия все так же поддерживает Destiny 2 и работает над расширением франшизы Destiny над новыми IP и многими другими. Ну а самое главное, Банжи остается мультиплатформенной студией с возможностью самостоятельной публикации. Кстати, вот такие вот новости я вам советую чекать в нашей группе ВКонтакте или в нашем Телеграм-канале, поскольку там они появляются намного раньше. То есть о каких-то супер-мега эксклюзивах пока не заявляется. Да, мы понимаем, что со временем условия могут поменяться, но не стоит исключать того, что все-таки у банжи есть хороший опыт в виде делания шутеров от первого лица с онлайн-составляющей. И думаю, что Sony это использует, ибо нормальных шутеров на плойке по сути нет. Также, учитывая, что Sony манит всех пользователей эксклюзивами, хочу предположить, что, несмотря на доступ игр на всех платформах, я думаю, что своим пользователям Sony будут предлагать эксклюзивные доп. Контент, либо какие-то иные эксклюзивные плюшки, которые будут находиться в самой игре. Это, знаете, как было в тех же мстителях, тот же Человек Паук это не эксклюзивная игра, но именно Человек-паук был эксклюзивом для Sony, поэтому мне кажется, такого точно исключать не стоит. Вообще, напишите ваше мнение насчет данной покупки. Лично я считаю, что конкретно игрокам пока эта новость по сути ничего не дает. Если же при приобретении майками той или иной студии мы понимаем, что скорее всего все франшизы, входящие в нее будут в подписке Xbox Game Pass и даже какие-нибудь там новые IP то тут просто Sony больше будет зарабатывать денег. Конечно, может быть, Sony все-таки сделает нечто подобное со своей новой подпиской, которую ходят слухи, но на сегодняшний день пока официально по этому поводу ничего нет. Кстати, не обошлось и без кринжа, многие пользователи плойки с чего-то вдруг решили, что Sony купила вместе с Банжи и Хейла. Да, Банжи хоть и создавала первый Хейла, но права на эту вселенную все-таки принадлежат Майкам. И, соответственно, никакого Хейла на плойку не будет. Не исключено, конечно, что в будущем будет что-то подобное, ибо Банжи нравится такая тема космическая, с ней работают не первый год, но все равно об этом думать еще рано. Знаете, смотря на эту ситуацию, вообще со стороны, мне, если честно, немножко кринжево наблюдать за публикой, которая все время строчит комментарии в разных пабликах. Есть, конечно, и адекватные комментарии за такие просто респекты и уважуха, но чаще всего я вижу тупые байты или же супер-мега-аналитику в одно слово от ребят, которые якобы могут оценить разумность приобретения той или иной компании, но не знает, как обновить консоль. Наблюдается реакцией публики на приобретение как и зеленая, так и синий. Стороны, я понимаю, что из года в год ничего не меняется вообще. Ребята все еще за что-то воюют, кому-то бессмысленно что-то доказывают, дабы убедить противоположную сторону в том, что они сидят не на правильной стороне. Просто знаете, немножко странно видеть мнение толпы, что когда Майки приобретает беседку, это супер-мега крутое приобретение. Хотя, в принципе, беседки нас в последнее время ничем не удивляло. Но когда Sony покупает банжи, это такое себе вложение. Если брать все приобретения компании, то, пожалуй, единственный плюс пока у обладателей Xbox, а, ибо аля все игры студии будут в подписке, но даже это фиг знает когда будет. Честно, весь этот цирк из Санебоев и Блибоев меня уже немножко подзаклебал, просто, знаете, отвратительно читать и видеть тупые насмешки друг над другом. если же в 2016 и в 2019 году у меня была хоть какая-то надежда на разумность реакции аудитории, ибо тогда хотя бы Xboxеры здраво смотрели на вещи и понимали, что те же эксклюзивы это уже не особо круто. Но, к сожалению, с каждым годом у меня вот эта вот надежда лишь пропадает. Если кто-то все еще не понял, то самая главная причина всего сырбора игровой индустрии в играх. Мы следим за игровой индустрией, мы покупаем железки, мы покупаем консоли, подписки, гипады, чтобы играть в игры. Обсуждать их, делиться впечатлениями. Но то, что происходит сейчас, это по сути новость о новости, которую будет фиг знает когда и фиг знает что принесет. Но в сети уже кто-то скрещивает те или иные приобретения с говном, мол зачем Sony это сделала, или там какие майки молодцы или не молодцы. Но по факту вот эти комментаторы просто пердят в воздух, дабы кого-то забайтить. Просто, знаете, обидно смотреть, что люди, которые не понимают в игровой индустрии, они все это поддерживают, думая, что ребята рубят правду матку, ибо у них якобы много лайков. Если здраво судить о этой теме, то в ближайшие пару лет почти ничего не будет из этого, ибо сами приобретения будут лишь либо через год, либо через полтора, что касаемо майков. А уже как бы саться кипятком за какую-то там победу, когда нам не предоставляет самого главного, а именно анонсов игр, ну, как по мне, просто бессмысленно. На прошедшем стриме я уже высказывал подобные мысли, что в любой игровой ситуации новости игрок должен вытягивать в виде ценности для себя ту или иную игру или просто возможность ее купить или поиграть. Но, к сожалению, данную идею поддержало совсем мало человек, там, наверное, около трех, и от этого мне на самом деле стало капец как грустно. То есть по факту геймеры сейчас не радуются тем или иным проектам, а просто ждут тот или иной подобный повод для того, чтобы просто поглумиться над противоположной стороной. Купили, к примеру, майки Activision, и вместо того, чтобы наоборот порадоваться за то, что нас ждут по сути и халявные игры в подписке, ребята начинают просто угорать на теме, у кого другая консоль. Как по мне, просто любая новость про, к примеру, эксклюзив, да, она должна вызывать прежде всего радость, что она выйдет именно на твою платформу, а не злорадство, что она не выйдет на другую консоль. Если вы думаете, что это как бы одинаковые ситуации, то нет, это очень разные ситуации. И если сама игровая индустрия в большинстве своем стала как-то наверное сплочать игроков, да, при помощи кроссплатформенного мультиплеера, то сами игроки все равно почему-то продолжают воевать и злорадствовать. В сети есть честно, я давно не видел комментариев поддержки, сопереживаний или просто совета, мол, чувак, если ты хочешь бесплатную колду в будущем, то переходи на Xbox, тут клево. Но зато вижу бесконечные срачи, от которых мне немного становится не по себе. Понимаю, что это для кого-то потеха, для кого-то может быть контент, ибо всем нравятся какие-то срачи, разборки там, не знаю. Но лично я по своей сути просто хочу хороших игр. И уже неважно, важно, какую платформу, ибо сейчас нету самого главного. Игр от всех этих студий, которые там, я не знаю, покупают или не покупают. Покупают. И только тогда, когда игры начнут анонсировать или там появляться, тогда и можно будет радоваться. Сейчас же все эти вот покупки несут лишь какие-то там мечты, надежды на будущее, которые фиг знает когда будут, ибо игры делаются все-таки не так быстро, как хотелось бы. Поэтому вот такие вот новости, ребят. Не будьте токсиками, не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, обязательно пишите по всей этой теме свое мнение. Заколебали вас врач или нет, как вы вообще относитесь к покупке той или иной студии. И до новых встреч, пока-пока.